небе. Знаешь, иногда обидный вопрос. А, еще раз напомню, Юлия Савича у нас в гостях. Для тех, кто вдруг только что включил приемник, у нас здесь, в открытой студии, на седьмом небе. Да. С панорамой на столицу нашей родины, на район Марфина, на Москву-Сити, на все высотки. Хорошо. Слушай, вот есть такая шутка. Вы в мультиках снимаетесь, помнишь, да, такая давнишняя? Да вот. По поводу мультика. Мы в ноябре будем все смотреть мультик. Ты не будешь смотреть мультик под названием «Сердце воина»? Конечно. Будешь? Я поняла, про что вы. Про мультфильм Максима Фадеева. Да? Да. Слушай, ну расскажи, ты какое сопричастие имеешь к мультфильму? Подождите, Макс Фадеев и мультфильм. Да, Макс Фадеев ушел в мультики. Он очень давно работал и долго работал над этим мультфильмом. Как кто? Прости, как композитор? Почему? Как кто? Художник? Он его сделал, этот мультфильм. Продюсер. Вот уж правда, человека, если прет в творчество... Он настолько талантлив, что даже вот мультики, вы представляете? Я озвучила одну из героинь там в мультфильме. И как раз вот эта песня «Bridge the Line» на английском языке, это саундтрек к этому мультфильму. И как раз ты так говоришь, как мы должны сейчас сказать... А, «Bridge the Line», конечно. «Bridge the Line», 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 «Bridge Вот. Максима Фадеева. Прости, пожалуйста. Сейчас я... Те, кто знает, это полнометражный мультик какой-то или что это? Напой чуть-чуть. I wanna bridge the line. И все подают. There's been in the future. Whoa-oh. Хаба! Да, именно это. Хорошо. Я предлагаю тогда, чего мы, собственно, тут с места. Пройди, пожалуйста, к микрофону, да. Я понимаю, что мы сейчас не bridge the line. Но да? Тоже на языке. На языке, да. Да. Потому что с Евровидения песня тоже написал Максим Фадеев. Да что ж ты будешь делать, да? Но тогда еще не мечтающий о мультиках. Да. Спасибо. Ну, давайте. Искупайте в аплодисментах! Ну давайте! Believe me, I just don't care. If you look away, I'll stand. If you choose to go, I'll stay. Don't believe me, I pray. Танцуют все! Поехали! Эй! Слушайте, а чего вы сидите? Давайте танцевать, ребят! Don't